Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Урэй Маника, еженедельный блог про производство, про новые творческие проекты и про прекрасный, замечательный и самый лучший ручной инструмент, топоры, тесаки, ножи и прочее. Пойдемте, посмотрим на наше производство. Миша продолжил делать секиру лотерейную. Напоминаю вам, у вас есть проект «Лотерейная секира». Мы продавали лотерейные билеты, по-моему, в районе 2000 каждый билет стоил. А секира одна, но те, кто покупал лотерейный билет, у него была возможность по итогу выиграть замечательную, крутейшую, потрясающую, сложнейшую работу по миру конного варвара секира. И вот мы ее уже давно делаем и наконец-то возобновили работу над ней. А кстати, те, которые не получат секиру, но покупали лотерейный билет, они получат замечательный, крутейший постер с эскизом этой секиры. Ну и самое главное, наверное, для нас, они поддержат наше творчество, наши начинания и вот это стремление к красоте. Главнейшая новость в кузнице – это то, что мы наконец-то починили пресс Георгия, гидравлический пресс Геры. Мы поменяли электродвигатель, поменяли насос, и он вновь работает. Буквально полчаса назад мы его вновь запустили. Но сейчас некоторый ремонтик заодно проведем, и он сможет вновь работать, как и ранее. Из приятного мы поставили, вновь вернули на старое место наш новенький маленький молот, полтинничек. И ребята на нем работают. По вечерам парни куют, тренируются, готовятся к мастер-классам, отрабатывают ножички всевозможные. Ну и это приятно, это здорово. Еще одно рабочее место, еще возможность, новые возможности. Парни готовятся к мастер-классам на клинке. И вот Миша сейчас, например, тренируется, кует вот такие вот ножички, часочки всевозможные. Просто отрабатывает форму, отрабатывает работу на молоте, на маленьком, на полтиннике. И ну, ищет ту форму, которая будет просто идеальная, которую можно будет делать практически без слесарки. Вот такого вот есть. Такой вот, даже такой. У тебя яблоко, это мне интересно. Ты не будешь воровать яблоко? Видишь? Нет, у меня не так много зубов. Все, я перехожу на яблоки, отлично. Настя наконец-то вернулась с отпуска, с чем мы ее поздравляем с началом рабочего года. Нахрен эти отпуска, лучше работать. Смотрите, Настя вот сейчас разрабатывает такой вот, как Настя. Тут просто целая команда дизайнеров разрабатывает новый логотип. Сказала бы я. Да, Виталий Андреевич появилась новая безумная идея, и вот все мучаются сейчас, пытаются впихнуть невпихуемое и сделать небольшой логотип. Все кто? Все я? Диана. А, ну да, он абьюзил Диану. Да, даже я немножко страдал, чуточку, самую мало. Ты мало страдал. Но тем не менее, вот мы делаем такой вот сейчас новый логотип на наши волчьи топоры. Просто большой логотип у нас с гербом не влазит на некоторые топоры. И вот решили попробовать что-то новенькое. Посмотрим, что будет. Делаем новую темлячную бусину с молотом, с 80-очкой. У нас есть одна готовая восковка с наковаленкой. И вот сейчас доделываем вторую восковку с 80-кой. И будем все давать на литье. Дровишки даром. Разбирайте, ребят. Забирайте скорее. Смотрите, дров полным-полно. Пока что. Готовьтесь к зиме, привозите, забирайте все это габро. Наконец-то, пожалуйста, заберите это отсюда. Год. Спарта, бля! Друзья! Друзья, мы с вами находимся на нашей спортивной площадке. Вот она. Не просто бревнышки, это наша спортивная тренировочная площадка. Куда мы вас приглашаем? На нашу открытую тренировку буквально через неделю. Через неделю мы вас всех приглашаем на открытую тренировку по зарубе. Дадим вам бревна, дадим вам топоры, дадим вам защиту для ног. Покажем, расскажем и вместе с вами потренируемся. И у вас будет возможность познакомиться с новым спортом, соревнованиями по спортивной, по скоростной рубке. И самое главное, начать тренироваться и ворваться в новую движуху, в новое состязание, в новый спорт. Потому что в ближайшее время будет очень много всевозможных соревнований, встреч, открытых тренировок, мероприятий. И чтобы все про это узнать и быть в курсе всех событий, рекомендую вам, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, которая посвящена исключительно зарубе, вот это наши активности. В общем, друзья, приглашаю вас.
Приезжайте, тренируйтесь и вырывайтесь в новый спорт. С меня. Блин. Сколько? 5 дублей, 6 дублей. А до этого сколько было? 3 всего было. Угу. Всего 2 дней было. Угу. 2 часа уже ходим здесь. Я уже спотел, зачем панаму одел, блядь. У нас вот имеется 200 лопат из 9 КС, и они уже затермичены, друзья. И, возможно, уже на следующей неделе они пойдут на заклепку, начнут склепываться, а затем они начнут ворониться и потом начнут собираться. Ровно 200 штук, лопаточка с 9 КС. Свободные еще есть. Успевайте. О, это же сковородка. Не та. С флагом. Ягусхаль, Влад. Это турецкая машина, по-моему, да? Какая-то как будто турецкая. Но флаг у него прикольный, грифон с флагом. Ух, класс. Мы как-то вам показывали прекрасный, шикарный, потрясающий, сложнейший, невероятный проект. Называется Бофор. И вот, наконец-то, голова слесарена, голова затеремичена. Даже изготовлена вот такая вот пятка в виде кости, а возможно яиц. Мы пока не решили. Вот она сюда будет одеваться. Вот такая вот сложнейшая пяточка. Здесь на голове, как вот, господи, как его держать? Вот так вот на голове, вот здесь вот на голове тоже будет здоровая такая шикарная сложная слесаренная накладочка. Длинные такие металлические усы. Здесь все будет в сложнейшей кожаной оплетке. Вот так вот. В общем, еще пару недель, и мы вам покажем финал. Если Юра выйдет на работу сегодня. Какой-то концепт ручки, что-то невообразимое просто. На новую ручку, на новую голову Георгия. Голова, наверное, уже пару месяцев как лежит. И вот, наконец-то, скоро Юра за нее возьмется. А это эскиз на Бофор, кстати. Вообще, на самом деле, обожаю, просто обожаю наши эскизы. Мы к осеннему клинку прошлому сканировали все наши эскизы, переводили их в электронный вариант. Набралась просто такая вот папка. Очень-очень круто. Я не знаю, когда-нибудь, я надеюсь, нам удастся выпустить какой-нибудь шикарный, потрясающий артбук, где будут все эти эскизы, все эти работы, где будут подробно рассказывать про нашу, про вот всю вот эту фантазию, про всю эту мысль, как не знаю, художественную, чтобы его потом просто листать вечерами, наслаждаться видами и погружаться в воспоминания. Как это было круто, как это круто было делать. Юра наконец-то нарисовал эскиз для этого потрясающего топора Мишного, вот этого злющего, демонического топора с золотыми рогами, с такой вот черепушкой. Вот такая вот атмосферная работа. Самое что приятное в эскизе, что это что-то новое, необычное, то, что мы до этого не делали. Скорее всего, тут будут прям вставки не просто деревянная рукоять со сложной резьбой, но тут будут еще инкрустации какими-нибудь металлами. Возможно, будут такие сложные патины. Очень классная работа, крутейший эскиз. Но и на самом деле, такой топор, к такому топору нужно делать не просто какую-то подставку, блин, не просто подставку, нужно как-то прям круто его оформить. Возможно, сделать прям какую-то здоровую рамку, какую-нибудь толстостенную с сложным профилем. Даже, может быть, какие-нибудь внутренние наполнения, может быть, даже доработать этот эскиз и туда его вставить на задний фон, превратить этот эскиз в какой-то чертеж, там, не знаю, колдовской, какой-то ведьмячий какой-нибудь эскиз, чертеж. Может быть, даже какие-нибудь, значит, положить для атмосферы какие-то вещи, какую-нибудь дохлую мышь летучую. В общем, возможно, эта голова Мишина выльется во что-то крутое, необычное и не похоже на то, что мы раньше делали. Будем следите за новостями, смотрите. И советуйте, давайте нам советы, что же, как же это оформить. Вообще-то неделя богата на эксклюзивы. Как мы поехали отдавать томагавку, вот эта неделька, великолепная прошлая неделя, когда мы делали, когда я делал сундучок, замечательный, прекрасный сундук для курительного томагавка. И вот как прям пошло. Каждый день какая-то новая, красивая работа. Самое что необычное, самое что главное, наверное, на этой неделе, мы наконец-то сдали гномий набор. Вот он, скаточка. Очень долго ждали, когда же будет готово. Это прекрасная скатка. Господи, тут, наверное, пол коровы ушло на этот набор. Смотрите, какой ножичек, а? Специальный чехольчик под него вот так вот одевается. Оп. Опа-на. Просто прелесть. На самом деле, и вот тут перебираю все работы наши старые. Перебираю артбук. У нас же есть артбук, который мы собирали на года 3 с нашими коррекционными работами. И вот
сравнивал с нашими гномьими наборами, которые до этого делали. И это просто вышка, это маковка. Это просто, знаете, как контрольная работа за все эти года. Все, что было накоплено за эти годы, весь этот мастерство, опыт, вот они вылились в этот набор. Следующий, но следующий будет гораздо круче. Ребят, если хотите заказать такое, спешите, заказывайте. Да, будет долго, но это будет прям настоящий эксклюзив, это будет просто пушка. Это, ну, следующий, я уверен, будет еще круче, еще богаче, еще сложнее, еще великолепнее. Поэтому пишите, заказывайте и получайте себе вот такую вот скатку с шикарным, не знаю, столовым набором из вилки, ложки, ножа. Тут же еще и штопор есть. Господи, надо штопор показать. Смотрите. Штопор вот такой вот есть. Штопор прекрасен. Кстати, он рабочий, мы его опробовали. У нас вот лежала бутылка вина, которую нам привезли давным-давно из Грузии. Артем Рыжаков, наш друг, когда-то нам подарил вино из Грузии. И вот пришло его время, мы опробовали вот этим штопором, открыли его. Вино было прекрасно, штопор отличный. Вечер с нашим артбуком, проведенный в прошлую пятницу, был идеальный. В общем, ребят, пишите, заказывайте. Будем делать красоту для вас. Нет! Да я заебался уже. Паша, возвращайся скорее из отпуска. Антону некого возить. Нет, у меня не период ремонта начался. Период ремонта? Да. Ремонт делается по ночам. Я тебе говорю, как человек опытный. После 10. Ты не в курсе, что у меня живет снизу бабушка, очень старенькая. Она мне вчера уже в 10 купила по батарее. Нехороший человек, у меня такая соседка сверху. Поэтому у меня есть время с 7 до 10, чтобы вытащить из квартиры все, включая полы. Мы просили не затягивать с разговорами. Владимир нас просил не затягивать, да, с разговорами. Хорошо, все, давайте, пока. Антон как будто не видит решения. Классику никто не учит. Наконец у нас появилось обновление в нашем магазинчике EDC. Анинки на каждый день. Вещи, которые с вами каждый день. Не топоры, с которыми вы ходите в лес в походы, а которые у вас на кармане будут каждый день. У нас появилось несколько моделей ключниц. Такая вот, например, самая большая. Мы когда-то давно-давно их делали и начали вновь, наконец, начали делать. С медными заклепками, латунными шайбами, с плотной телячьей кожи, с контрастной прошивкой. И вот такие вот ключницы, такие вот красотки, видите, со шрамами, с какими-то даже дефектами. Мы такую кожу любим и не прячем ее. Нам нравится такая кожа. Если вам нравится тоже так же, как и нам такая кожа, пишите, обращайтесь и забирайте. Эти вещи должны быть максимально фактурные, насколько я понимаю, с жирными медными заклепками и вот с такой вот кожей, даже со следами, которые она получила при жизни, эта коровка. Ну или же вот такой вот, или же такие вот лялечки. Видите, тут латунное колечко с прошивочкой. В общем, зашибись. Что еще? А, во, смотрите, в товарах на нашем Озоне, в нашем магазине на Озоне появились еще перчаточки. Но теперь такие же перчатки, как и ранее, но теперь они еще будут сразу же вощенные. То есть уже мы их будем продавать, сразу же пропитанные нашим воском. Смеси воска, маслов, немножечко дегтя и еще разного добра. То есть вам не придется их самим обрабатывать. Они, да, стоят чуть дороже, но зато они приходят вам такие фактурные, мягенькие, уже более защищенные от влаги, от грязи. И самое главное, они замечательно пахнут кожей, воском и чуть-чуть дегтем. Напоминаю, кстати, вам, что у нас теперь еще есть магазин на Яндекс.Маркете, где тоже это все можно купить. Поэтому смотрите, что ближе вам, Яндекс или же Озон, и там можно это купить. Ну и также можно купить у нас на сайте или ВКонтакте. Не смущайтесь, заказывайте. Почему? Почему все смешалось? Почему все смешалось? Красное, зеленое. Путаница. Вот они. Друзья, наконец-то! Настал тот час, настал тот день, тот миг, когда у нас в продаже вновь появились замечательные, прекрасные шапочки. Самый лучший товар для августа месяца. Если вы с Урала, ну или тем более из Хмао. Все. Нафиг Панаму. Ходим в шапки.
Что еще? Мы набирали месяца два назад заказы набирали на наши бифолдеры. Бифолдеры, карахолдеры, прочее. Причем вроде как бы набирали как заказы. Мы не брали авансов, просто как бы ставили в очередь, списком составляли людей, ставили в очередь на изготовление. И вот они готовы. Бифолдеры, никаких но. Вот они, из прекрасной кожи растительного дубления, замечательно заполированными торцами, также жирнейшими медными заклепками, латунными. Все, вот она красота. Хорошо, есть некоторое но. Какое? Во-первых, нить не контрастная. Это Антона мы за это накажем. Уже наказали, накажем еще раз. Нить должна была контрастной, но это не самая главная проблема. Мы ждали кожу, которая будет хорошо принимать вощение и становиться вот, у нее будет появляться такой же вот градиент, как вот здесь. То есть она будет более темная и будет появляться такой вот градиент. Видите? То есть здесь темнее, здесь светлее. На этих кошельках должно быть так же. Но немножко опросволосились. То есть у нее замечательная, прекрасная бахтарма. Вот тут. Замечательно полируются торцы. Кожа отличного качества. Но она с небольшим покрытием финишным сверху. И поэтому она не принимает так хорошо вощение. И, к сожалению, вот этот градиент на ней не получается. Но что я могу вам сказать, чем вас могу успокоить? Если вы будете носить эти кошельки каждый день на кармане, ну, как я, вот, например, такой свой кархолдер ношу, то очень быстро, просто естественным образом на ней будет появляться градиент. То есть они также будут фактуриться, она будет, эта кожа тоже будет фактуриться, также будет меняться, также будет, как сказать, благородно стареть, как и эта кожа. Ну, чуть по-другому, но тоже будет. Поэтому я вам рекомендовал бы забирать себе их и покупать. Они есть уже в наличии, то есть ребята сейчас отписываются тем, кто их заказывал вначале, кто ждал их, они им отписываются, скидывают фотографии, но есть еще также в наличии. И в скором времени мы их также отгрузим на Озон, на маркетплейсе. Так мне интересно. Ну, мне в том числе. Все время должен быть какой-то надрыв. Знаешь, как в русской литературе, кто-то должен обязательно страдать. Или герой, или писатель, или хотя бы читатель. В нашем случае зрители. Кто-то должен страдать. Кстати, остались считанные дни, просто вот прям 3-4 дня денька, когда действует наша лотерея. Вам необходимо купить что-либо у нас на сумму там до 10 тысяч и выше. И вы будете участвовать в лотерее. И в зависимости от вашего заказа, там будет два варианта. Вы или выигрываете всякие масла, воски, камни, перчатки, ремешки, или же вы выигрываете более существенные вещи, там скопа, наша совня, еще несколько моделей топоров. В общем, призы существенные. Но самое главное, вам для этого нужно что-либо у нас купить. Причем купить именно у нас ВКонтакте, или в Телеграме, или на сайте. Эта акция не распространяется на магазины партнеров и не распространяется на маркетплейсы. Поэтому успевайте. Осталось 4 дня. Акция заканчивается в воскресенье. Также мы еще продаем лопатки 9HS. Ну как продаем? Набираем заказы на лопаточки с 9HS. Мы купили парочку листов, наконец-то. Там выходит, по-моему, 200 лопат. В общем, еще не все распроданы. Есть еще немножечко мест для заказа лопат и стали 9HS. Вот такие вот красавцы. С овальной рукоятью, с воронением, с прекрасным круглым колечком, с вот этим, с этим саморезиком. Правильно, это шурупчик, правда. В общем, есть рукоять, пропитанная маслом. Красота. Заточка с одной стороны. Все это лопатка 9HS. Вот такая вот грустная, вот такая вот замечательная, вкусненькая, замечательная лопаточка. Что я могу вам сказать? Лопат 65G пока нету. И, наверное, в ближайшее время не появится в том виде, в котором они были. Небольшой анонсик. Есть идея лопатки 65G сделать другими. Поэтому, кто хотел, их больше не будет. Вот именно в таком форм-факторе их больше из 65G не будет. Но пока что есть лопатки из 9HS. Многие их долго ожидали, не заказывали из 65G. Вот они наконец появились. Что я вам хотел показать? Лопатки вам приходят в таких чехлах. Чехлы из обезьента и со вкладышем из кожи. То есть вот здесь вот внутри у нее кожа. Часто лопатки приходят с таким пятном, то есть, как многие клиенты считают, что это неравномерное воронение. То есть вот здесь
черный цвет у нее, а вот в этом месте, ровно там, где начинается кожа, начинается такое вот серое пятно. Здесь оно неравномерное, но на некоторых лопатках оно полностью покрывается. Так вот, ребят, что хочется сказать. Вам, чтобы вот это пятно убрать, нужно просто взять какую-либо ветошь и просто вот это растереть. Вот так вот. То есть, по большому, это просто пыльный след от лопатки. То есть, внутри чехла, напоминаю вам, кожаный вкладыш. Причем замшевой стороной. Он к коже, к лопатке прикладывается замшевой стороной. И вся эта пыль оседает на лопатке, на воронение, которое убирается просто обычной ветошью. Все убирали. И у вас опять ровный черный цвет вот здесь на лопатке. Ничто вас больше не будет смущать. Напоминаю вам, с недавних пор мы работаем на двух маркетплейсах, и на Яндекс.Маркете, и на Озоне. В общем, активно пополнили наши маркетплейсы вот этим всем шмурдяком, и с этими чехольчиками, и бифолдерами сейчас пополним, и вощеными перчаточками, и шоперами. Наконец-то на маркетплейсах появятся шоперы. Кто их давно ждал, залезайте, кидайте себе корзиночку и забирайте. Надеюсь, что в ближайшее время также у нас появятся в товарах в наличии наши мешочки, вот эти откидные. В общем, тоже не тяните, следите за новостями. Скоро они будут в наличии, скоро будем опять вновь их продавать. Итак, те молодцы, те красавцы, кто заказал у нас очередной юбилейный топор, посвященный нашему дню рождения и посвященный открытию, или, как сказать, новой модели ушкуя, новой модели топора походного ушкуй, и кто заказал юбилейный топорик, тот большой молодец. И вот специально для вас информация. Первая партия топоров уже готова, уже отслесарена, отшлифована, и даже уже уехала на лазерную гравировку, на нанесение вот этого логотипа. Первая партия уже там находится, где-то под лазером выжигается, жгется, а вторая партия вот здесь лежит под столиком на проверочке. Мы ее сейчас отмерим, проверим и также отправим туда же на лазер. В общем, друзья, еще некоторое время, и мы начнем отгружать наши юбилейные топоры. Ну а те, кто хотел их заказать, время еще есть. Для всей керамики делаются специальные коробочки, вот такие вот фанерные коробки. И аккуратненько, максимально аккуратненько и тщательно, максимально аккуратненько и тщательно упаковываются. И ни одна керамика, ни одно изделие не будет побито. Правда ведь, Илья? Конечно. У нас же не произойдет, как с теми замечательными головами дракона. Вон уже упакованные. Могу распаковать, показать. А если уронить их вот так вот? Да можно, в принципе. Но не будем. Я, правда, за тебя еще кредит не отдал. Вот они, красавцы, вот они, замечательные пирожочки. Смотрите. Новые карвинги. Мы тут готовим для вас новые карвинги. С новыми рукоятями, с новой геометрией. Проработанными детальками, всеми, которые мы получили, со всем опытом, который мы получили за эти годы, пока делали карвинговые топоры, топоры для резьбы. В общем, на следующей неделе появится у нас уже в товарах, на стене нашей группы. Следите за новостями. Кто увлекается изготовлением ложек, деревянной посуды, специальные топорики для вас скоро будут. Тут еще вот такие вот большие, то есть маленькие, вот такой вот карвинг. Карвинг малыш и карвинг побольше для взрослых ребят. Большое количество ходовых финнов у нас их редко заказывают, потому что мы их редко показываем, но тем не менее тут набралось партиечка серьезная. Вот таких вот ходовых финнов. Замечательно, прекрасно отслесаренные, с хорошей геометрией, с мощненьким стаканом, с бананом на лезвие. Они прекрасно будут врубаться и при этом не залипать. Такие вот красавцы. Вовсю собираем нашу небольшую лимиточку легких тесаков на Бубинго. На прошлой неделе начали показывать вам их, рассказывать о них. Пока что их всего лишь 10 штук. То есть это тесаки, модель легкий, из 9КС, с воронением и с обкладками из Бубинго. На таких вот винтах. Пока что мы их делаем на толщине обуха 5,5 мм. Следующая партия, скорее всего, уже будет толщине 4 мм. Таких тесаков у нас делается 10 штук. Я не знаю, сколько заказано. Наверное, половину уже разобрали. Но вы пишите менеджерам. Если давно хотели вот такого тесака, вот такой вот здоровый нож, то он будет ваш. Александр у нас в Рио, исполняющий обязанности
заточника, потому что Максим в отпуске, потому что у Максима родился сын. У нас в последнее время часто стали рождаться сыновья. У Паши тут пару недель назад родился сын. Теперь у Максима родился сын. У тебя не собирается рождаться сын? Нет. Хорошо. Нет. Пока точно тупоры. Отличные новости для тех, кто ждал от нас посуду. Помните, я вам в прошлых выпусках рассказывал про сковородки кованые? Вот, наконец-то, с нашей пробной оснастки вышла первая моделька. Как моделька? Первые такие вот более-менее адекватные пробники сковородки. Такая вот пока что делали вот такую вот маленькую сковородку. Я хотел борта чуть более раскрытыми. Здесь угол, наверное, в конце концов сделаем более острый. Но Виталий Андреевич считает, что нужно быть прямые. Вот мы с ним спорим. А вы как считаете, что лучше? Ну, это все пробники. Сейчас будем работать над ручками для сковородки. Поставим на заклепки. Есть два варианта. Ищем тоже вашего совета, как лучше сделать. Первый вариант – просто поставить жесткую ручку, тульчатую, на заклепочках. Вот примерно вот такую вот. Это первый вариант. Условно, вы берете какую-нибудь ветку или же какую-нибудь штатную ручку от нас деревянную, сюда вставляете и жарите на костре какой-нибудь бифштекс или блинчики. А второй вариант, что мне больше нравится, это сделать ручку складную, сделать ручку подлиннее, какую-нибудь такую, тоже тульчатую, но сделать так, чтобы она вот так складывалась сюда. Это чуть сложнее и чуть дороже будет, но мне кажется, это будет гораздо круче, если ручка будет сюда складываться. То есть даже без деревянного вкладыша, без какой-то ветки, вы можете ей пользоваться. Разложили ее и условно что-нибудь готовите, жарите. А если нужно что-нибудь пожестче, то вставляете какую-нибудь ветку, и у вас прям здоровая такая шикарная сковорода для костра. В общем, вот, надеюсь, в сентябре месяце мы уже что-нибудь адекватное на финале родим. И сможем вам это показать, самое главное, выставить на продажу. Уже еще чуть-чуть осталось, буквально дней 10-12, и все, праздник закончится. Аттракцион невиданной щедрости будет прекращен. Друзья, хорошая новость или плохие новости, не знаю, как посмотреть. Но с 21 августа мы поднимаем цены. Будет повышение цен. Не на все, а только на финские топоры и на кулачные топоры. Вот на них, кстати, мы зимой не поднимали цены. На эти топоры уже, по-моему, 2 или 3 года ничего не поднималось. Как было 3 года назад, а цены те же самые и остались. Но вот настал тот момент. С 21 августа на них будут подняты цены. Не намного, от 10 до 13%. Но финские топоры, они и так были недешевые, поэтому, как бы, надо понимать, он станет еще чуть дороже. Но мы большие молодцы. Я считаю, что мы большие молодцы и красавцы, потому что за это время все подорожало. Лента, аренда, абразив, все, зарплата, все подорожало. А цены на них не дорожали, не поднимались. Но теперь поднимутся. А вот на егеря, на котором мы поднимали уже этой зимой цену, в этот раз тоже будет поднятие цен. Они тоже станут чуть дороже. Видимо, мы тогда недостаточно посчитали, и реальная инфляция все-таки превышает наше повышение цен. И поэтому было принято решение, что на егеря мы тоже поднимем цены. Не намного, но чуть-чуть поднимем. В общем, ребят, кто хотел заказать, кто давно откладывал, у вас еще есть время до 21 августа совершить заказ. А дальше цена будет выше. Григорий, замечательный наш новый товарищ и друг, который занял первое место на соревновании на зарубе в Екатеринбурге, который проходил в Екатеринбурге этой весной, привез нам вот такой вот топор крафту для тренировок на зарубу. Почему я вам его показываю? Я вам показываю для того, чтобы обратить внимание, если вы захотите залететь в эти соревнования, в этот спорт, вам не обязательно покупать наш топор для начала. Вы можете вначале купить вот такой вот крафтул или какой-нибудь мексиканский топор или еще что-нибудь, начать с него порубить, понять, что это говно, выбросить и заказать его нормальный топор у нас. Но самое главное, для того, чтобы начать соревноваться, начать тренироваться, не обязательно, можно начать с более простого и с более бюджетного. Дорогие друзья, вот наш выпуск и подошел к концу. Очередная неделя для вас подходит к концу, для нас продолжается уже август месяц. И самое интересное, самое приятное в этом, то, что уже скоро сезон выставок, начнется Клинок, Орел и другие мероприятия в Москве и других городах, где мы с вами увидимся вживую, поручкаемся, пообщаемся, поговорим, послушаем. В общем, друзья, готовьтесь.
и мы будем готовиться. И скоро увидимся. До скорых встреч!